На московском картодроме «Микс» состоялся финал третьего всероссийского турнира по картингу «СМП Рейсинг Газпром Детям». Здесь собрались самые сильные юные спортсмены со всей страны. Ну, это самое сильное, самое, наверное, крутое соревнование для детей, которое только вот у нас в стране может быть. Они прошли сито отборов, которые были по всей стране. Вот, 16 городов приняло участие в этом году у нас, и 819 участников. Общее количество было в июне месяце. А для лучших из лучших победа в турнире SMP Racing может стать порталом в мир большого автоспорта. Победители этого турнира, этого финала, получают путевку на 23-й год в автоспорт. Это будет либо СМП РСКГ класс юниор, либо это будут ледовые гонки класс юниор, ралли-кросс юниор, либо картинг. Для каждой из трех возрастных групп гоночный день начинался с 10-минутной тренировки. Затем квалификация, результаты которой позволяют выявить победителя в случае паритета по очкам. И, наконец, сама гонка. Она проходила по принципу «каждый на каждом». В ходе 9 заездов участники меняются техникой и стартовыми позициями. И поэтому каждый пилот проедет на хорошем карте, на очень хорошем карте, на средненьком карте и с разных позиций. И задача пилота как раз здесь реализовать все 100% машины, показать мастерство обороны, мастерство атаки. В старшей группе лучшим стал москвич Константин Сугробов. Компанию на пьедестале ему составили Даниил Тулубьев и Иван Аверченко. В средней группе для пилотов 12-13 лет лучшим стал Кирилл Юрашев. Серебро досталось Станиславу Федорову, а бронза Илье Сидельникову. Лучшие ребята в своем роде, в своем возрасте, со всей России отобраны. И все-таки стать лучшим пилотом в этом году, это будет очень хорошо, очень круто. Среди самых юных пилотов полыхала нешуточная борьба. Но победу в результате сумел вырвать москвич Максим Дремин. Ну, было очень много борьбы, потому что за первое место в чемпионате мы бились уже прям в последних заездах. Все, конечно же, пытались быть первыми, но... Надеемся, ребята сумеют пробить себе дорогу не только в хороших любительских чемпионатах, но и в профессиональном автоспорте.